Ну вот, по сути, сколько за 2022 год случилось аху? Много. Советский Союз крепостное право применили. Бля, да. Русь крестили там. Декабристское восстание случилось. Огонь изобрели. Большевики пришли. Огонь изобрели, это когда произошло? Большевики пришли к власти в 2022 году. Мне так нравится тень. А, крутая. Вот так, вот такая. Освещение в Unity такое типа. Челики решили не ждать мирного решения. Пока. Это не анисты, это анисты. Ну мы же знаем, что мы сыграли. Ну да. Типа даже если у нас все равно мало времени останется, нам придется на них рашить. Дай договорить, Влад. Нам придется на них рашить просто, в любом случае времени мало, у них позиция на экстракте, нам придется их рашить. А где они, я просто реально не понимаю, они в лесу? Ровно на ноль, окей. Так, это я. Это мы, да, вы в нас не стреляйте, мы тут за забором. Ебать вы умные, да, хорошо. А что они предложили, я просто не слышу. Чел, вот чел сейчас прыгнет, черное пальто, мы тебя любим. Ты умер, когда чтоб секунды нам дать. Это собака, которая с двух жиганов и три пистрелы с паркейма. За пушкой. Пошлите к моим. Не, мы все тут. Гойда, братья, славяне! Это легенда. Нашего убили. Его говорит, что его мухи убили его же. Не поднимайте меня на полосу. Не поднимайте, говорит. Собака украла, собака! Вот здесь, у меня. Блять, вы что, покупаете черное пальто? Уважение. А, нет, не буду. Сзади стреляем! Стреляем! Сзади, по воде! Алло, тут идем назад, тут там. Я убил ревенанта! Блять! Победа, народ! Сваливаем! Мы просто все побежали в шестером. Да, еще это пальто черное, но это пиздец. Я не слышу музыки, подожди. The master of my sea. I was broken from a young age, taking my sakims to the maces, writing my persems so. Believer, pain. You break me down. You build me. I'm down. Believer, pain. Oh, let you bullets fly. Черепех посередине, кстати, стоит. Где? Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть всех, кто спит в жопу, кому не все равно, чью я комнату тком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница, что ночной, я любимая, облик твой. Тихо, не ты идей, зачем тебе хочется на людей?
Да. Какая же хуйня ебаная, просто пизда, пизда, блять. Крестик нам, люди, на него ты погляди, что в тебе способен резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов, с твоим тайным огнем. Не пытайся скрыть. Я это ебанутый. Бессонница в час ночной. Меня не любимый твой. Чик его не смотри. Идёшь, чем тебе захочется. Очень жаль, что ты никогда мне поверить не смогла. В то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним, не знаю ничего о нем. Что для всех опасен он, наплевать тебе. Нет, и попусосы, блядь. Настоящему колдуну он загубил таких, как ты, не одну. Словно кукла и в час ночной, теперь может управлять тобой. Все происходит, как в страшном сне. И находится здесь опасно мне. Да, блядь, ну ты пидорас, блядь, кто писал ту песню, нахуй. Да, он теперь по кухне летает. Не трогай это. Тебя мне мои жопки не затолкать. Бедная муха. Да, реально. Ведь шоколад его насажил. И я снова с вами. Ой, привет. Оля, можно вопрос? А ты говно в мусорку выкидываешь, да? Есть. А кто так не делает? То есть ты его не смываешь, ты его выкидываешь. С седьмого этажа. Ты правильно понял. Из окна выкидывать быстрее. Вот именно. Селф-промо. Тут можно самому, можно себя это продвигать. Давай посмотрим, тут Fortnite. Тут Фури что-то раздает. Тут Fortnite. Тут Fortnite. Тут Fortnite. Fortnite. Ultra fresh and front rare. Тут Fortnite на этом сервере. Круто. Так, Lollipop 18+, NSFW 18+, Sex. Уютный сервер для общения знакомых с доброй и адекватной администрацией, который поможет в любом вопросе. Что? 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 Почему на аватарке это? Я забыл ее имя. Я забыл ее имя. Так. У нас добрая комьюнити, в нас добрые администраторы. Да, я уверен, что внутри вас добрые администраторы. Но видно, что у вас... Тебя не будут высмеивать, а наоборот поддерживают. Так что залетай, дружище, к нам... Будем ждать тебя, без запятой. 13 минут назад. Ты понимаешь, что тут 193 человека в сети, когда 13 минут назад этот сервер на свет появился? Так, ну давай я в работу напишу «Негр работать». «Негр работать». Я просто... Что мне сюда скинуть? Негры работают. Знаешь, что я скину? Прежде чем ливнуть. Нет! Работай, работай, чекай. Я ливнул. И короче. Слишком рано. Сейчас за мной зайду, погоди. Зайди обратно, давай, хорошо. Негры работают. Ну ты зашел? Да. Ты видишь работу канал. Да. Все, пока. Не-не-не, давай, давай, давай. Ну, в давай. Пятый заходим, канал там никого нет. В пятый заходим, хорошо. Давай. Четыре, а вот. Все. Да кто-нибудь к нам зайдет сегодня? Тут. Итак, первый слотик, Джей Дик, привет. Ой-ой-ой, привет. Как я могу к тебе обращаться? Не можешь.
Окей, хорошо. А сколько тебе лет? Целых. Я с другом вот. Супер. Так, то есть вы вместе, да? Да, только он отошел. Ему нужно водички попить. Ой, ой, ты тут, ты тут. Привет. Так, черепах, как к тебе можно обращаться? Да, да вот так. Черепах. Хорошо, сколько тебе лет? 15. Допустим. 18. Определись, пожалуйста. 18. Короче, 18. Ему 18, да, реально. Да. Так, ну что, может активируем это портальное устройство? Да. А то мне кишки режет, пиздец, я прямо сейчас на столе надрещу. И будет как-то пикче, который мне Тимофей скинул. А я неправильно это... Жопой надрочил говно. Сбиваю виском. Тимофей, тебе сфоткать говно? Для... Ну, скажем так, для твоей коллекции. Это не моя коллекция. Хотя у меня там 5 фоток. У тебя там постоянно пикче, где толчки разорваны и изорваны. Что мне в ленту попадается, то я и сохраняю. Тебе в ленте это попадается. Представьте, ну, сотрудника Google, который поставлен контролировать его галерею, блядь, где он заходит, у него каждый день по 15 фоток, блядь, новых, где толчки взорваны и в говне все обдристаны. И там чел еще валяется с черкашами на жопе. Блин, ладно, у меня сейчас глаза, блин. Я не специально. Разорванные толчки, блядь. Ну а как их еще назвать? Взорванные, я не знаю, там. Сдетонированное говнящее устройство. Это российская действительность. Именно эти толчки, короче, там из Мариуполя, из Херсона забирают. Я сейчас... Их причем не забирают, их специально обдрищивают все роты и динамит туда кидают, блядь, как в Конте. Бомбардировка с воздух. Вот бы в Конте можно было бы деревенские толчки взрывать. Есть.